Здравствуйте, в эфире «Крупным планом» и гость нашей сегодняшней программы – заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы по самбо Денис Гольцов. Денис, здравствуйте. Добрый день. Так как вы боец, я предлагаю начать тоже с удара, разбить стереотип. Бытует мнение, что смешанное единоборство – это кровавый вид спорта, возможно, потому что он как-то меньше других освещается в СМИ или как-то неправильно, или потому что в России после распада СССР развитие, в принципе, смешанных единоборств такой хаотичный характер приобрело. Но, тем не менее, добрая половина населения считает, что это опасно для жизни, да, и не понимает, почему люди добровольно себя на такую физическую казнь бросают. За что вы любите этот вид спорта и в чем его преимущество перед, например, тем же боксом? Ну, начнем по порядку. Действительно, в то время, когда зарождались смешанные единоборства у нас в России, это был достаточно жесткий на вид спорта. Даже со стороны люди, которые ни отношения не имели к вообще спорту, да я не говорю про единоборство, они, конечно, воспринимали это как ужас, как дикость, когда люди друг друга бьют голыми кулаками, никаких правил практически нет. Кто побеждает, и тут и так все понятно, по результату, как говорится. Но на сегодняшний день уже у нас лет 20 развивается смешанное единоборство, и на сегодняшний день уже это официальный вид спорта, признанный Министерством спорта, в котором выступает молодежь, подростки, и получает звание, также становится чемпионом мира и Европы, становится заслуженным мастерами спорта. Смешанное единоборство – это, конечно, вершина единоборства, я считаю, на сегодняшний день, потому что всем всегда было интересно, кто сильнее – боксер, борец, там, каратист, потому что в поток единоборств в 90-е годы был очень большой, и никто не знал, куда пойти – айкидо, не айкидо. Было много очень модных движений, течений этого плана, но не было конкретики. Потом появился, естественно, турнир, который объединял всех. Турнир, на котором спортсмены могли себя проявить в лучших своих качествах и действительно доказать всем, кто сильнее. То, что он кровавый, да, действительно, бывают ситуации, когда бои немножко выходят из рамок, и бывают рассечения очень жесткие, и крови бывает достаточно в клетке. Как бы это жестко не звучало для кого-то, для меня это достаточно уже привычно. В клетке, в ринге крови бывает достаточно. Но это исключение, опять же, из правил. У нас все равно народ боевой, хочет постоянно проверять себя, насколько он может, насколько готов побеждать. И он прижился и действительно показывает себя в лучших своих качествах. Вы приехали в Курск на соревнования, посмотрели, как наши юные спортсмены показывают себя. Вот как можете, да, какие выводы можете сделать на основе того, что видели? Какая перспектива может быть у юных курян по части боевого? Скажу так, учитывая, что турнир этот проходил второй год, и то количество спортсменов, которое было в первый турнир и сейчас, конечно, задел очень хороший. И главное, есть материальная база, достаточно приличная, которая позволяет развивать этот вид спорта, потому как это наш национальный вид спорта. И указ президента был направлен на то, чтобы и в школах, и в секциях самбо было больше развития, больше ребят, больше молодежи, которая приходила бы и изучала бы этот вид спорта, потому что это действительно наш родной вид спорта, национальный, который уже немало лет, и вот в прошлом году был юбилей, 80 лет – большая дата для всех нас. И вот, как видите, результатом стало, что Международный олимпийский комитет признал вид спорта самбо временно, хоть и временно, да, но он признал его олимпийским, приравняли его к олимпийскому. Это действительно прорыв, потому что буквально год назад даже я в некоторых интервью неоднозначно отзывался о том, что станет он олимпийским или не станет. Честно сказать, это было сложно представить, но на сегодняшний день это совершилось, и действительно мы временно, но попали в олимпийскую семью. Расскажите немножко о своем пути, как вы пришли в самбо. Вы, если я правильно прочитала информацию, которую нашла в интернете, занимались сначала боксом. Да. На самом деле я изначально занимался игровым видом спорта, баскетболом, отыграл около 5 лет. Потом, опять же, случайно совершенно попал на бокс, потому как у меня брат занимался боксом, я за компанию пришел, мне в принципе понравилось. Я считаю, что для любого мальчика интересно все равно проверка своего внутреннего стержня, насколько он как лидер готов состояться, готов развиваться как лидер, как личность. И естественно, это
даже инстинктивно как-то меня подтолкнуло, чтобы я начал заниматься боксом более углубленно и получил первый результат. Мне это понравилось, мне это вдохновило, и я продолжал. Вот за 3,5 года я выполнил норматив мастера спорта, стал серебряным призером чемпионата страны среди молодежи. Вот, и в связи с и в силу определенных политических течений Федерации бокса, да, я не сложился как боксер, но нашел себя в таком виде спорта, как самбо, боевое самбо. И параллельно шел, выступал по смешным видам, просто начинал свой путь и карьеру профессиональную как боец. Сколько уже вы в боевом самбо, вот ваш профессиональный стаж? Я выступаю где-то с 9-го, с 8-го года, 2008-2009 год. 10 лет, которые пролетели достаточно быстро. Но вспоминая то количество стартов, то количество даже элементарных травм, за которые приходилось платить временем восстановления, да, это переживаниями, конечно, это большой путь. 10 лет, действительно, так начинаешь вспоминать каждый год. Очень много было сделано. И на сегодняшний день это дает свои плоды. И я являюсь представителем своего вида спорта, послом одного из федеральных проектов самбо в школу. Я рад, что так сложилось, и я влился в эту команду. И действительно сделал, хоть, может быть, и небольшой вклад, но сделал его в развитие своей страны. Когда в детстве вы столько времени уделяли спорту и, наверное, уже сформировали, да, какое-то свое будущее, связанное со спортом, родители не говорили, что нужно серьезную профессию, нужно получить высшее образование и потом уже становиться спортсменом? Ну, учитывая, что у меня спортивная семья, мне такого, мне, конечно, никто не говорил, что прям надо идти получить образование, но потому что образование само собой, профессию, и именно работать в рамках этой профессии, нет, такого не было. Знаете, как один мой знакомый недавно сказал в разговоре, он говорит, а я вообще, говорит, считаю, что те люди, которые рождаются и вырастают больше 1,90 м, они, в принципе, одаренные, у них только работа, только направление, только спорт. Их, в принципе, уже судьба одарила, и их предназначение действительно вот спортивная такая стезя, поэтому тут что-то сказать. Бог дал здоровье данные, и грех было ими не воспользоваться. В детстве мне очень нравился фильм про Человека-паука, и там была сцена, когда дядя Бен умирает, и он говорит, значит, Питеру Паркеру такую фразу: чем больше сила, тем больше ответственность. Вот вы в своей жизни руководствуетесь какими-то такими моральными принципами? Ну, то есть вообще, в принципе, приходилось ли вам в реальной жизни применять свои профессиональные навыки, и задумываетесь ли вы вот в этот момент об ответственности? Вообще, моральными принципами приходилось, конечно, придерживаться их, но применять силу и навыки вне зала, вне соревновательного процесса, к счастью, не приходилось. Это было, наверное, совсем в юные годы, да, когда, ну, это нормально у любого пацана, который выходит во двор с такими же сверстниками и выясняет отношения. Вот как раз-таки наша деятельность на сегодняшний день и направлена на то, чтобы вот эти подростки, которые есть во дворах, да, чтобы они не выходили и не выясняли отношения в школе, во дворе, на улице, там где-то еще в каких-то местах, чтобы они были направлены на созидание и испытывали себя в рамках, опять же, определенных правил и желательно в зале на соревнованиях. Либо это спарринги учебные, тренировочные, либо это соревнования и действительно боевая практика. Спорт, конечно, он построен на создание больше как личности духовной, приобретая стержень внутренний, как человека, который, опять же, как мы касались темы, возьмет на себя ответственность определенную за себя, в первую очередь, за своих родных, близких, за тех людей, кто будет на них ориентироваться. Как вы относитесь к женщинам, своим коллегам, которые тоже выходят на ринг, правильно, да, это у вас называется, и борются друг с другом? Если борются, то, в принципе, хорошо, почему нет? Если получается, почему бы и нет, я так считаю. Ну, не считайте, что это не женское дело кулаками вот махать? Биться уже так немножко сомнительно. Но, с другой стороны, опять же, если у человека есть способность к этому, предрасположенность, и она чувствует себя легко в этой сфере, почему бы и нет? Каждый по-своему индивидуально развит, и у каждого свои сильные стороны и слабые стороны. И, конечно, лучше развивать их в том направлении, где лучше получается их реализовать.
загонять всех под одну стезю, как бы, ну, не совсем, наверное, правильно, да, что все женщины должны быть на кухне. Они должны быть на кухне, но если могут заниматься чем-то параллельно, то почему бы и нет? У вас есть какие-то увлечения, помимо вашей основной профессиональной деятельности? Она же наверняка занимает очень большое количество времени. Да. Вот как вы свободное время проводите? Гринписовцы меня сейчас, наверное, съедят с потрохами. Но я часто езжу на охоту, очень сильно увлекаюсь этим видом, скажем так, хобби для меня. Ну, для меня это, наверное, уже не хобби, уже, наверное, тоже часть жизни определенная, да. Я из каждого вида деятельности стараюсь, конечно, больше такой философский вывод сделать. Что мне дает это, какие мысли я переживаю, какие эмоции, ощущения. То есть все равно работа над собой идет. Ну, представьте себе картину, идешь по лесу, один, тебя никто не трогает, тишина, ты ко всему прислушаешь, у тебя обостряются ощущения, все чувства обостряются, ты в таком сосредоточенном состоянии находишься в течение там долгого промежутка времени. И действительно, волей-неволей ты начинаешь какие-то мысли, ну, и какие-то вещи по-другому осознавать. Это, конечно, помогает немножко отвлечься от тренировочного процесса, от нагрузки физической, от каких-то, может быть, своих там бытовых моментов. Но в целом, конечно, помогает именно сосредоточиться на одном деле, быть сконцентрированным и желательно достичь результата, который ты преследуешь. Также и в любом другом деле, точно так же я и на рыбалку езжу по возможности. Не так давно начал стрелять, заниматься практической стрельбой. У нас есть чемпионы, также заслуженные ребята, кто выступает на чемпионатах мира по этому виду спорта. И принимаю потихонечку от них опыт. Ну, все новое, оно всегда интересно, да, до какого-то определенного периода, когда не доходит, конечно, дело до рутинной работы изо дня в день. А так, конечно, для разнообразия меняю смену, ну, немножко направление деятельности. Вы добрый человек? Я даже так сложно сказать самому себе. Ну, наверное, больше да, чем нет. Но скажу, достаточно даже очень критичен ко всему происходящему. И есть определенные рамки, нормы, да, которых я придерживаюсь. И когда оно, происходящее вокруг меня, выходит немножко за эти рамки, естественно, много критики с моей стороны может выливаться на тех или иных людей, на те или иные обстоятельства или ситуации, которые происходят вокруг меня. Особенно, если они резонансные и в обществе не очень, так, скажем так, укладываются. Ну, больше, наверное, добрый, чем плохой, конечно. Вот сейчас в связи с тем, что начинает популяризироваться все-таки самбо, и у нас в Курской области в том числе, много ребят записываются, да, плюс mm-hmm. есть проект, о котором вы говорили, самбо в школы. Что нужно, чтобы вот из маленького мальчика, да, ну или девочки, потому что тоже имеет место быть, вырос настоящий спортсмен? Какие качества должны быть и какой может быть алгоритм действий, какая программа минимум, какую программу минимум они должны выполнить, чтобы стать действительно профессионалом, а не просто вот там, закончив школу, пойти в юристы, например, и забыть? Да, вы знаете, это даже не алгоритм, это не какое-то уравнение, которое можно решить, и вот вы получили результаты, и вы довольны. Это образ жизни. Скорее всего, это просто образ жизни. Я более чем в этом уверен. Знаете, как самбо выбирает в себя все самое лучшее из видов единоборств, так и, я считаю, человек должен выбирать из, не только из своей, скажем так, страны, из тех людей, которые умов, которые какие-то вещи действительно колоссальные, очень важные в мире открывают, делают, от них что-то брать, но и из других стран. Также я смотрю на Японию, которая действительно очень тонко какие-то вещи подчеркивает. Вроде вещи простые, говорят, но очень глубокие. Ну, можно сказать, это философия, да, но тем не менее очень ценные и с очень глубоким смыслом. Например? Например, дзюдо, национальный вид спорта, который все-таки основан на концентрации и работе над собой, в первую очередь. Ежедневной, постоянной работы над собой, самоконтролем и пониманием, что и для чего ты делаешь. Ну, образно, даже в тренировочном процессе, если у нас тренировки обычно занимают там, ну, час-полтора, да, они такие достаточно активные, спокойные, то есть ты потренировался, может, там спарринги даже бывают, да, такие же жесткие какие-то моменты, но это час-полтора, и ты, ну, разгружаешься, то японцы, бывает, тренируются по 3-4 часа.
подряд. И вечером 3-4 часа. То есть у них настолько это все растянуто, настолько у них народ приучен к работе, ну, что у них не возникает мысли, а я устал, мне там хочется кушать, я хочу поспать. Вот этот стержень внутренний, он приобретает с самых малых лет. Я действительно хочу съездить в Японию, посмотреть и подчеркнуть какие-то моменты именно воспитания детей, как они детей приучают к национальному виду спорта. Они не считают это видом спорта, прямо вот, что ты спортсмен, все. Для них это как для нас физкультура, как фитнес. У нас все привыкли к фитнесу, что там побегать, пойти в парк – это нормально. Вот для них также сходить на ковер, побороться – это нормально. Это просто здоровый образ жизни. Та философия, те вещи, которые азы, скажем так, которые должен знать каждый. Также и нет такого секрета успеха, чтобы вот так вот раз и детям дать какой-то механизм, по которому они могут вот за 2-3 года, там 5, там 10 лет там, приобрести навыки или стать личностью, лидером. Ну, нельзя. Это постоянный бесконечный процесс. Это путь, на который ребенок должен встать и по нему идти, постоянно двигаться, постоянно развиваться, может быть, даже не семимильными шагами, но по чуть-чуть, но он должен постоянно двигаться. То есть, ну, движение – жизнь. Не просто так было сказано, да, и условия создаются для детей, и материальные базы создаются все полностью для детей, да, на сегодняшний день, и даже в школах. Но если человек не лидер, он, если он ленивый, он не хочет ничего делать, ну... Ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, либо палкой загонять, да, чтобы потом когда-то он осознал в какой-то промежуток времени, что та проделанная работа им, из-под палки, она дает результат, действительно, и что если он приложит еще свои усилия, он получит гораздо больше результат. И это действительно людей мотивирует. Я в свою, ну так скажем, юность тоже не очень любил на тренировки ходить и напрягаться, что-то делать, учитывая, что был достаточно толстый, маленький, ну как относительно маленький, да? Вы были маленькие? Ну, я был со сверстниками высокий, но я был толстый, мне было тяжело бегать, и мне было все лениво делать. И я очень не любил тренироваться, заниматься физической культурой. Мне это тяжело давалось, и я вот всяческими отмазками уходил от этого всего. Не было того человека, кто бы меня заставил, к сожалению. Если был бы тот человек, потому что, ну, как у ребенка может быть осознание, что это ему нужно, что это то, что необходимо в течение всей жизни. То есть, ну, в принципе, человек в этом возрасте неосознанный, да, он не может ничего такого для себя принять, и поэтому придерживается всю жизнь. И что произошло? Вот. Как вы перестали? Ну, я пришел в спорт тоже достаточно поздно. То есть 15 лет – это достаточно поздно уже возраст. И для бокса я пришел на олимпийский вид спорта. Ребята уже там чемпионами России стали. Я только пришел, только начал заниматься. Для меня это был новый мир. И для меня стало первым шагом, первым толчком – это мой первый спарринг учебно-тренировочный, который я прошел удачно, успешно. Я заявно выиграл. И мне это понравилось, это ощущение выполненного долга, чувство выполненного долга, что действительно у меня была поставлена цель, я ее выполнил, мне от этого приятно, я порадовал себя, своих родных, близких, тренера, все довольны, и, скажем так, микроцикл я закрыл плюсиком в своем календаре, и мне стало интересно просто количество стартов набирать и расти, и подумать, и, ну, мысль пришла, насколько я смогу дойти до верха. Где будет мой предел, да, и это была мотивация, действительно, я шел, развивался, старался побеждать максимально, я считаю, что за такой короткий промежуток времени мы добились определенного успеха, достаточно неплохого, но всегда нужно ставить планку выше, чтобы было желание расти, было желание к чему стремиться. Когда человек для себя уже даже мысленно уже достигает цели и не ставит новые, все, идет уже деградация, и, скорее всего, он проиграет. В определенный момент он проиграет даже чисто мотивации, внутренней такой мотивации. В боях это очень сильно сказывается и проявляется, когда бойцы приходят в длительный бой, и сил уже ни у кого нет, да, уже все, вот руки опускаются у обоих, но побеждает тот, кто больше замотивирован, кто больше хочет, кто больше к этому шел, дольше шел, больше сил прилагал для тренировок, для этого боя. Но вот эти миллиметры, они, конечно, играют роль очень сильно. Денис, у вас достаточно достижений профессиональных, а что считаете самым главным достижением в жизни вашей вообще в целом? Лично моим достижением, ну, конечно, касаемо спорта, это чемпионат мира, представлять свою страну на таких уровнях соревнованиях, это, конечно,
почет, а тем более стоять на пьедестале с золотой медалью, это, конечно, сильно. Первый раз это очень классно, но второй раз уже так уже более-менее привычно, да, но тем не менее, к сожалению, на сегодняшний день не было Олимпийских игр по самбо, да, я надеюсь, в скором будущем они появятся, будут проходить по самбо Олимпиада, но, конечно, для любого спортсмена Олимпиада – это вершина, чего можно добиться. Это выполненная миссия в жизни, так скажем. А если не брать спорт? Если не брать спорт, ну, достижение, наверное, появление сына на свет, из которого я бы хотел бы действительно сделать достойного человека, может быть, не в спорте, да, в любом другом виде деятельности, в котором ему будет комфортно работать и развиваться. Но спорт должен быть обязательно одной из составляющих этой жизни. То есть я считаю, что спорт, только спорт, сделает из него того человека, который готов будет в любой деятельности развиваться и побеждать, шаг за шагом идти к поставленной цели и желательно идти только вперед. Ну, спорт как просто часть воспитания, или вы бы хотели, чтобы он тоже стал профессиональным спортсменом? Как часть воспитания, безусловно. Должен быть стержень, должно быть чувство постоянной, опять же, как я и рассказывал про Японию, что чувство постоянной работы над собой, не жалея себя, да, не расстраиваясь ни в чем. То есть бывают и ошибки, бывают и поражения, это все приходящее, уходящее, да. Но само понимание, то, что спорт должен быть, физические нагрузки должны быть постоянно. То есть это даже на уровне физиологии полезно. Просто после зала приходишь, после тренировки, у тебя кровообращение повышено, у тебя такое чувство выполненного долга, у тебя эйфория, тебе хочется движухи, у тебя голова хорошо свежая, такая свежая голова хорошо соображает, и действительно такие хорошие, правильные идеи приходят в голову. В те моменты вот как раз вот тренировочный процесс, посттренировочный процесс полезен. Почему многие бегают и перед работой бегают, потому что и не могут без бега, потому что действительно помогает собрать мысли в кучу, помогает быстрее принимать какие-то решения, обдумывать их. Денис, спортсмены – люди достаточно конкретные, есть цель, есть работа. А спортсмены вообще мечтают? Да, безусловно, они такие же люди, как и все. О чем вы мечтаете? О спокойной жизни, да? Да нет, шутка. На самом деле, о спокойной жизни не мечтаем. Я, наверное, мечтаю о том, чтобы у меня были возможности заниматься любимым делом, не отвлекаясь на какие-то бытовые вещи, которые забирают очень много времени, сил и энергии внутренней. Хотелось бы, чтобы больше было времени заниматься своими детьми, вкладывать больше в их развитие. Ну, помимо, конечно, своего такого, своей личной территории, ну, я беру семью, да, хотел бы, конечно, больше вкладывать в молодежь. Какие-то проекты, направления, которые я смог бы реализовывать, которые действительно показали бы результат. Хороший, живой результат, не просто на бумаге, там, что у нас там занимается там, столько-то детей, там какие-то даже чемпионы есть, а чтобы действительно люди видели, что люди пашут, люди занимаются своим любимым делом тоже, точно так же. Должна быть у людей гармония. Хотелось бы создавать для подрастающего поколения те условия, в которых бы они как раз нашли бы себя и вот эту инь-янь, чтобы им, ну, образно говоря, если даже примитиво спуститься, чтобы им хватало и на жизнь, да, всего, и они получали от этого удовольствие, это самое главное, чтобы они развивались и чувствовали себя в комфортных достаточно условиях, чтобы не приходилось, допустим, как, ну, не так еще давно многим спортсменам и на двух работах работать, да, и при этом спортом заниматься и пытаться выступать, чтобы добиться чего-то в спорте. Ну, это бред полный, это все равно, что я сейчас начал плавать раз в неделю, да, тренировки по плаванию вводить, и думая, что я пока выступаю по смешным минусам, по самбо, буду раз в неделю тренироваться и хочу достичь чего-то в плавании. Ну, бред-то, конечно. Не должны вещи какие-то не столь важные отвлекать человека от его основного вида деятельности. Вот, конечно, хотелось бы создавать такие центры, в которых дети и учились бы, и развивали бы то направление, которое им больше всего нравится. Спасибо вам большое, что в своем плотном графике нашли время для нас. К сожалению, программа подошла к концу. Мы желаем вам новых
спортивных Спасибо. Побед, и пускай вообще у вас все получается. Спасибо, дай бог. Всего доброго. Всего доброго. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами.